Сегодня в этом уютном зале. Сегодня первый день лета, и мы очень рады, что вы его встречаете с нами. Перед вами группа «Живица». Мы сегодня представим вам всю программу, которую готовили последний год. Вот, поэтому добро пожаловать в клуб. Мы будем петь для вас. Песни о нашем садочку. Thank you.
Следующая песня так и называется «Русская песня». Все очень интересная вещица. Вот, сегодня мы ее исполняем впервые, поэтому вот на ваш суд. Ну, вообще, это классическое произведение. Аранжировал его впервые такой композитор Георгий Свиридов, может быть, слышали. Вот. Да, а уже потом Александр Древель. Да, на классику. Ну, вот. Так, русская песня. Thank you.
Александр Брин. Итак, да, следующая песня не менее громкая, даже может быть еще больше. Такая три форта. Ойра. Ну, наверняка уже многие ее слышали. Вот. Наш хит, да. Ойра. Один из хитов, простите. Друзья, следующая песня, тоже вы ее
некоторые, возможно, слышали, но вот исполняем мы ее вот так вот серьезно впервые. «Кумушки-голубушки». Вот. Песня потрясающая, особенно в исполнении бабушек. Но сегодня мы ее исполним, да, без бабушек. Итак, «Кумушки-голубушки». Да, это наша самая первая песня. Мы благодаря ей все познакомились. С Сашей. Thank you.
Отдали таки девку замуж под звон колоколов. Итак. Итак, следующая песня, которая тоже уже успела стать хитом у некоторых. Вот, да, это такой медляк, так называемый. Итак, жена мужа не любила. Дама приглашает, говорят. Очень драматически. Yeah.
зале. Слышно ли нашего гориста? Ну, да, может, вы уже текст наизусть знаете просто. Вам не обязательно меня слушать. Тоже песня, которая сегодня впервые исполняется. «Вер-вер колодец». Thank you.
Thank you.
известная песня «Порушка Параня». Произведение, которое тоже было аранжировано когда-то великим. Били лица. Когда-то великим, а ныне... А ныне древним. Нет, Саша все здорово. Итак, били лица. Thank you.
женщины на Руси. Что зрители сами поймут. Ну, песня известная. Она тоже народная. Да, почти.
Thank you.
опустела без тебя земля. Если можешь, прилетай скорее. Начинатель всего этого дела Александр Древель. Он нас всех собрал и заставил это петь. Но нам нравится. Итак, ну вот голова нашего коллектива Вячеслав Рязанцев. Сердце нашего коллектива. Данную. Нашего коллектива. Александр Афимович. Ну и я, да, хорошо. Спасибо вам большое, да. Thank you.
надеемся, что вам правда понравилось. До новых встреч! Когда? Приходите еще. Ну, следите за нами в группе ВКонтакте. Ну, это вот эти традиционные фразы сейчас. Группа ВКонтакте, в Фейсбуке, на сайте и так далее. Да, информацию найти можно. Да, у нас гастрольная деятельность сейчас начинается. Вот это лето у нас будут небольшие туры. Вот, да. Ну, то, что мы не забудем. Мы всегда будем с вами. Вот, потому что, правда, музыка нам очень близка, и мы надеемся, что она станет близка вам. А может быть, уже стала. Вот. Так что группа «Живица» всегда с вами.